это видео посвящаете этим шакалам, которые в комментариях уже пишут: чеченцы нам не братья, дагестанцы нам не братья, эти нам не братья. Эй, сопляки, чё вы вообще можете знать, кто брат, кто нет? Вы чё вообще можете знать, в жопу мыть умеете после того, как посрали, блин? Чеченцы, дагестанцы, ингуши, все мусульмане, вся умма, каждый мусульманин, каждому мусульманину брат, запомните это. И не вам решать, вам шакалам это решать. Ассаламу алейкум. Хочу немножко поговорить про ситуацию между, про конфликт между узбеками и чеченцами. Хочу сразу сказать, что дело не в нации и не в вероисповедании, нет. Я безумно уважаю таджиков, узбеков, всех прям. Просто хочу поговорить про конфликт за ваших комментариев, за некоторых конкретных людей, которые пишут, что чеченцы пришли толпой и все в этом духе. Хочу, чтобы вы знали, рассказать вам, в этой драке участвовали мои родные, ну, близкие, мои друзья, короче. Вот, сам я там не был, но знаю про это. Все началось с того, что на троих парней чеченцев напали 24, по-моему, узбека с ножами, с битами. Вот. Узнав про это, другие наши ребята объединились и пошли к ним, ну, за это спросить. И там тоже началась потасовка. Вот. А после этого видео все, короче, стали писать то, что чеченцы пришли толпой, типа на иммигрантов. Нет, такого нет, просто когда они пришли толпой, наши ребята узнали и объединились. Это называется не толпа, а сплоченность. Сплоченность, потому что когда наши убьют, мы просто так не будем сидеть. И да и вы не будете. Никто не будет сидеть, если он мужчина. Вот. Это называется сплоченность, а не толпа, чтобы вы знали, говорю. Вот, а так я искренне хочу, чтобы между нами не было конфликтов и всякой войны или что-то в этом роде. Потому что я безумно уважаю таджиков, дагестанцев, ингушей, афганцев. Мне без разницы. Главное, чтобы человек был хороший. И нацию в этом трогать не надо. Говорить про всю нацию из-за пару людей. В каждой нации есть такие. Так что живите мирно. Всем удачи. Ассаламу алейкум. Аллаху акбар. Ля хаула ва ля куввата. Это видео посвящается этим шакалам, которые в комментариях уже пишут: чеченцы нам не братья, дагестанцы нам не братья, эти нам не братья. Эй, сопляки, чё вы вообще можете знать, кто брат, кто нет? Вы чё вообще можете знать, в жопу мыть умеете после того, как посрали, блин? Чеченцы, дагестанцы, ингуши, все мусульмане, вся умма, каждый мусульманин, каждому мусульманину брат, запомните это. И не вам решать, вам шакалам это решать. Каждый мусульманин, каждому мусульманину, брат, иншаллах, мы вас настигнем, этих шакалов, вот таких вот, которые пишут в комментариях вот это. Иншаллах, мы вас настигнем и утопим в ваших же сердцах, которые вы продали этому шайтану. Запомните это. Уважаемые мусульмане, уважаемые другие нации, всем ассаламу алейкум, приветствую на своем канале. Пожалуйста, это видео досматривайте до конца, чтобы понять, что произошло с чеченцем и между узбеком драка. Пожалуйста, это видео досматривайте. Вчера я выложил видео, и все обратили комментарии, почитал всех и делал вывод, маленькие обращения к обратно к всем нациям. Пожалуйста, если вы провокаторы, которые делают видео, и со старых видео берут они и выкладывают то, что чечене и узбеки дерутся. Еще смотрю и листаю 2-3-4 ролика, уже выходит чеченец против таджика, теперь и таджикский нацию туда добавляют. Провокаторы просто добавляют вот такие системы, потому что многие нации нас ненавидят и делают вот такие видео и выкладывают к сторону YouTube и TikTok. Если вы смотрите вот такие видеоролики, пожалуйста, просто перелистайте и уходите. Не, просто не читайте там. Для вас неинтересно, это лучше не стоит это смотреть, потому что это фитнес. Они хотят, чтобы между нациями был драка большой. Еще вчера я выкладывал парень дагестанец в обращении к всей нации. Я сейчас вам тоже его покажу, чтобы вы поняли в дальнейшем, что еще дальше будет. Просто не верьте, пожалуйста, такие фитнес. Ну, всех добро желаю, я всегда никогда плохого не делаю. Если я сейчас, например, я завтра пойду, поднимусь, я, например,
Я в узбек, например, и чечекли Дагестан, тем, если мы берем что-то баран или будем резать, например, кому-то, например, как Ихсан делаем, теперь, а потом интернет-то будет, о, узбеки, чеченцы такое добро делают, понимаете? Если делают добро, они добро в сторону показывают, если плохо, плохо в сторону. Просто лучше мы все, у нас всех живет в доме матери своей и свои родственники, например, кто-то живет, кто-то сыновей ждет. Все хотят домой нормально идти, зарабатывать какую-то копейку. Давайте вот такие ситуации, не будем друг друга унизывать и что-то так далее, смотреть, которые видеоролики, обращения всякие делают. Я уже устал, честно, не хочу. Я делаю только для ислама все. Я делаю только для ислама, чтобы напоминать другим людям, чтобы дальше такого, чтобы не было. Мне ваши лайки, подписки не нужны. Я хочу просто, чтобы вы послушали и смотрели. И себе делаю вывод маленький. Если вы не поняли, пожалуйста, извиняюсь. Всем салам алейкум. Мана хурматли достар, видеоролик-то тамаша қилдиларингиз. Албатта, фикрларингизни комментарийга ёзиб қолдиришларингиз мумкин. Ва видеороликимнинг охирида шу нарсани сизларга айтаманки, сиз қирғиз бўлинг, ўзбек бўлинг, тожик бўлинг, Кавказ, Афғаз, Доғистон, Чечен бўлинг, ҳаммамиз алҳамдулиллаҳ мусулмонмиз. Эртан ўлиб кетганимиздан кейин сен чеченмисан? Sen qirg'iz misan, sen tojik misan, sen o'zbek misan, sen kavkazmiding, afg'azmiding, yo dog'istonlikmiding deb so'ramaydi. Mana shu narsani unutmaylik. Rossiyada hammamiz non topamiz deb yuribmiz. Kimdir ichib olgan, janjal boshlagan, kimdir trezi bo'lib turib ichib olganda tushmagan bo'lishi mumkin. Lekin bitta narsaga hammamiz yaxshi e'tibor beraylik. Yaxshimi, yomonmi? Kimda xato o'tdi, o'tmadi bilmayman-ku, hammamiz tirikchiligimizni orqasidan yuribmiz. Brixton pul topamiz deb Rossiyalarda. O'shaning uchun ba'zi bir birodarlarimiz, aka-ukalarimiz, o'zbeklar chechenlar haqida yomon gapirib o'tirmanglar. Va chechenlarga ham aytmoqchimanki, o'zbeklar boshladi, u boshladi, u yomon, bu yomon yozishdi, keragi yo'q. Sizlardan iltimos. Glavnisi birlashtirish kerak, janjalni to'xtatish kerak. Bu bo'lmasam katta ikki millatning o'rtasidagi janjalga sabab bo'ladi. Ya'ni ikki millat o'rtasida katta janjal chiqadigan bo'lsa, katta urushga ham aylanib ketishi mumkin. O'zi xabarlaringiz bor, bundan 1 yilcha oldin tojik o'zbek urushgandi, qirg'iz o'zbek urushib qolgandi, tojik qirg'izistonliklar urushib qolgandi. Mana shu Rossiyada xabarlaringiz bor. Mana shu qirg'iz o'zbek janjalida ham qo'limizdan kelguncha videoroliklar chiqarib Qirg'izistonlik aka-ukalarimizdan, birodarlarimizdan anchasi bizni tushunib, bizga birlashib yordam bergandi. Bartaraf qilgandik janjallarni hammasini. Endi ora-chorada mana shunaqa narsa bo'lib turadi. Lekin mana shu asab buzarchilikda, mana shunday qilib jahl chiqqanda, ichib olganda yoki zo'rlik kelib ketganda sal astag'firloh deyishimiz kerak-da. Kim bo'lishimizdan qat'i nazar. Hammamiz alhamdulillah musulmon bo'lsak bir ojiz banda bo'ladigan bo'lsak, nima qilamiz bir-birimiz millatimiz ajradi. Demak, hurmatli do'stlar, hammaga kattakon rahmat. Videoroliklarni kengroq tarqating. Agar yana biron bir yangilik bo'ladigan bo'lsa, sizlarga yetkazamiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling.